нас опять 200-х двух штук увезли, с моей 100 рот и 300-го одного. А чем убило? Минометный обстрел по нам был и прям прилетело прям в окоп. Молодые пацаны. Ну, один молодой, два пожилых. А патронов хоть хватает? Да, ну, хватает. Этих боеприпасов или как там? Боеприпасов мало у нас. Представь, они по нам день по 100 раз отливают. Ну? А мы, ну, раз 20-25 от силы за день. Вот и прикинь. А почему? А патронов, если правильно, ты, почему не подвозят? По телевизору вообще другой базарят. Конченые. Да правильно батя говорит, Путин многого не знает. Знает он все тоже. Боеприпасы старые, 86-го года, 85-го года, представь, и не падает нос. Пулеметы у нас 86-го года, 85-го два штуки, представь. Вот, это еще афганская война. Да, да. Вот батя так и скажи. Ой, дурно. В рот. Ну зато мимо это поезда ходят и танки и всякие. Ага. И тут. Наверное, состава 4 гружены полностью. Ну, не знаю, к чему-то наверное, к этой. Кто-то слышал, что Путин выступал, сказал, что какого-то числа в октябре, что если на стол переговоров Зеленский не приедет. Ни хуй, да вон, сегодня слушала новости. Ой, вчера никто не соглашается никакие за стол переговоров. И эти, как публицисты вот эти вот, ну, которые военные эксперты, или как там их называют их, ну, ага. Корреспонденты военные эксперты, говорят, что война будет до 2006 года. Я чуть не когда услышала. Ну, говорит, сейчас даст вот эту массу людей, контрактников. Больше половины. Ага. И если полную мобилизацию, он говорит, со своими воевать будет. Свои попрут на него.